Если у вас пестролистные сорта фиалок есть, которые вы хотите размножить, ну, пестролистность, она бывает разная. Ну, вот я вам показываю тот вариант, где не снимешь листик. Здесь ни один листик, ну, вот кроме вот этого, не подходит для размножения. Нет, очень мало зеленого пигмента. То есть хлорофилла практически нет в этих листиках. А вот эти листы, более зеленые, я пыталась размножить, но у меня не получилось. Поэтому я жду, пока эта фиалочка позеленеет. Сорт очень интересный и красивый. Это Ле Хрустальный Водопад Голд. Ну вот, размножить его сложно.